Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России с сентября ужесточаются правила противопожарной безопасности. Вступившие в силу поправки к документу запрещают демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир, а также захламлять пути пожарной эвакуации в жилых, офисных и социально-культурных помещениях. На чердаках, в подвалах и цокольных этажах зданий запрещается хранение горючих жидкостей, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и товаров в аэрозольной упаковке. Отдельно поправки к правилам противопожарного режима прописывают размещение рекламных конструкций на зданиях. Вся реклама на фасадах и крышах зданий отныне должна быть сделана из трудногорючих материалов. Дайджест недвижимости. Более 50 кировчан обратились в прокуратуру во время горячей линии по соблюдению прав дольщиков. В основном жители области жаловались на нарушение сроков передачи жилья и проведение строительства без разрешительной документации. Прокуратура уже начала проверки по фактам обращений. При наличии оснований будут приниматься соответствующие меры, сообщается на сайте ведомства. Там также уточняется, что в этом году органами прокуратуры области пресечено более 220 нарушений закона в сфере долевого строительства. 35 должностных лиц привлечены к ответственности, возбуждено и расследуется 5 уголовных дел. Дайджест недвижимости. Жители Кировской области смогут воспользоваться рассрочкой при оплате капремонта. Одним из условий ее предоставления является наличие задолженности не менее чем за полгода или случаи, когда сумма единовременного платежа составляет от 5000 рублей, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта. Для получения рассрочки необходимо обратиться в фонд капитального ремонта Кировской области, предоставив заявление, копию паспорта и копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме. Кроме того, нужны копии документов, подтверждающих уплату взносов на капремонт как минимум за один месяц. В заявлении необходимо указать желаемый срок предоставления рассрочки. Он составляет от полугода до года, в зависимости от суммы просроченной задолженности. В течение всего срока рассрочки пени на сумму задолженности не начисляются, уточняется в сообщении ОНФ. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.